самых молодых по возрасту групп, которые у нас пока вот, ну, были на последних наших сессиях прослушиваний. И, как обычно, давайте мы начнем с того, что вокалист группы представит участников группы, и пару слов потом мы поговорим о группе, как и что. Итак? Я понял. Да. Здравствуйте, всем добрый вечер. Группа «Не на дне». Меня зовут Николай. Я, собственно, микрофон, я вокалист. Если можно, Николай... Стекольников, вот, да. Очень хорошо. У нас лидирующий гитара — это Миша Грушенков, более известен нам всем как Москит. Вот. Бас — Кирилл Харченко, барабаны — Алексей Денисов и гитара — Кирилл Чиковаскин. Пять человек, очень хорошо. Группа «Не на дне». Так, естественно, будет вопрос из истории названия группы. Что послужило? История названия группы — это вот наши фантазии на тему абсолютной истины. То есть вот именно так у нас примерно это все и вышло. Да. История названия, то есть мы, в принципе, долго искали какое-то название, то есть были разные, наверное, как, в принципе, у всех групп варианты и так далее и тому подобное. То есть родилось все как бы очень быстро, и суть названия заключается в поиске этой самой абсолютной истины. Кто-то видит в ней абсолютно разные вещи. Вот мы же представляем ее как некий объект, который скрыт глубоко под водой. Это девушка Нина. Судьба ее нам неизвестна, то есть об этом как раз все наши песни где-то вот вокруг около. Очень интересно. Так, что мы сегодня услышим? Расскажите немножко о песне, которую нам сегодня поиграете, если какая-то есть, ну, комментарии, что это с вашего альбома или совсем новые песни, ну, чтобы радиослушатели наши были в курсе дела. Да, альбома у группы пока что нету, то есть группа, в принципе, полтора года мы как играем вместе, причем состав у нас менялся, и вот состав, который в данный момент находится в данной комнате, это наш состав, который мы считаем, наконец-то, ну, образовался, да, и мы сыграем несколько вещей. Первая вещь называется «Руда», первая песня называется «Руда», то есть она, в принципе, посвящена всему тому, что уже было на планете, что, возможно, нас ждет, то, что все наши мысли, все наши поступки, города, плоды цивилизации, то есть это все когда-то может быть превратиться в руду. То есть, и чтобы мы более внимательно смотрели под ноги, то есть мы, возможно, уходим по руинам древней цивилизации и мыслей. Очень интересно. Кстати говоря, давайте еще раз вернемся к вопросу о том, что вы группа самая молодая, которая была у нас в последнее время на прослушивании. Вы когда представляли участников, давайте еще раз уточним возраст участников, потому что всегда интересно, когда вот группа очень молодая, давайте уточним ваш возраст. Я понял, окей. Михаил Грушенков. Это значит, он играет на? Он играет на лидирующей гитаре, то есть ему 25 лет. Так. Кирилл Чиковаскин — это вторая гитара, ага. Ему 22 года. Так. Кирилл Харченко — бас-гитара, ему 22 года. Алексей Денисов, сколько тебе лет? 25 ему лет. Да? Да, мы самые старые, самые старшие. Да. То есть есть у вас кто-либо, кто родился, когда уже не было СССР? Или вы все зацепили? Зацепили, и как бы об этом не жалеем. Не, ну просто любопытно, просто интересно. Появились ли уже музыканты, которые уже на самом деле родились уже после СССР, да, и который уже активно как бы музицирует, и есть ансамбль. Очень хорошо. Это теперь, мы... есть ли у вас какой-нибудь сайт, какой-нибудь MySpace, чтобы наши радиослушатели могли посетить, если у них будет интерес узнать больше о вашей группе? Да, конечно, у нас как бы есть интернет-ресурсы, сами об этом слова понимаю, но тем не менее адреса я могу сказать. То есть есть наша страница ВКонтакте, есть наша страница на MySpace, есть также... Собственно, у нас есть сайт, вот я тоже вспомнил. Так, пожалуйста, все адреса, как вот ВКонтакте, как вас найти? ВКонтакте, как вас найти? По поиску. По поиску, да, группа «Нина на дне». Группа «Нина на дне», просто надо вбить в поисковике все. ВКонтакте, просто, так, да. На MySpace, как на вас MySpace найти? На MySpace точно так же, в поисковике выбивается название группы «Нина на дне», пишется на русском, то есть, чтобы все знали. А есть у нас также свой собственный сайт, www.ninanadne.ru. Да. Ну, www.ninanadneslitno.ru. Это уже латинскими буквами, на .ru. Очень хорошо. Ну что же, ребята, давайте тогда приступайте к делу.
Вот, поиграйте минут 20-25, потом я вернусь, и мы продолжим нашу беседу. Итак, группа «Нина на дне». Успех! Песня «Звезда Полынь». Это новая песня, которая, в принципе, на больших каких-то... Для аудитории не игралась вот эта песня. Mm-hmm.